здесь нахожусь, в Польше. Занимаюсь одновременно очень многими проектами, вот, но сегодня хочу рассказать именно вот об одной частичке проекта. Я бы считала, что на этом мероприятии это будет тема очень полезная, потому что, ну, многие ищут способ легализации. Я думаю, что многие уже знают, что такое бизнес-инкубатор в Польше и как они работают. Хочу сказать, что параллельно мы занимаемся миграционным консалтингом, да, нашей компании, и мы работаем практически со всеми бизнес-инкубаторами в Польше, которые есть, и знаем, как работает каждый бизнес-инкубатор, где есть свои плюсы, где минусы. И со временем, конечно, мы решили открыть свой бизнес-инкубатор, да, и у нас это очень активно получается, поэтому мы готовы, конечно, принимать участников бизнес-инкубатора и непосредственно оказывать помощь в ведении бизнеса. А те, кто все-таки не знает, что это такое, сейчас дальше здесь будет показано, что это вообще такое, кому это, в принципе, нужен. То есть бизнес-инкубатор — это фонд компании либо другое государственное учреждение, которое предоставляет бухгалтерское и юридическое сопровождение, помогает бизнес-идее зародиться, стать действующим бизнесом. Хочу сразу рассказать о том, что наш бизнес-инкубатор, он существенно будет отличаться от всех уже действующих здесь, потому что мы планируем действительно еще и помощь предпринимателям, также их обучение и тот же самый нетворкинг. Потому что большинство бизнес-инкубаторов, ты там пришел, заплатил налоги и ушел, да? Мы хотим сделать из этого что-то большее, конечно же, при поддержке Екатерины, то есть там, где мы сможем организовывать аналогичные встречи, где мы можем предоставлять обучение, да, и помогать непосредственно предпринимателю не просто регистрироваться, да, а становиться полноценным участником, ну, как вообще было заложено. Здесь есть список тех, кто может стать участником бизнес-инкубатора, самые распространенные, да, это как раз-таки вот все, кто здесь присутствует. То есть вот маркетолог, копирайтер, владелец онлайн-школы, онлайн-учителя, дизайнеры-архитекторы, потребители IT-компании и так далее. Также очень удобный формат для тех, у кого есть бизнес, предположим, за пределами Польши, те, кто управляет своими компаниями удаленно, тоже формат подходит. Ну, здесь описано то, о чем я сказала, что в принципе есть и непосредственные другие деятельности, которые могут обсуждаться в индивидуальном порядке. В этом слайде описывается, кто может стать участником бизнес-инкубатора. На самом деле здесь, в принципе, ну, гражданин любой страны может стать. Единственное, что есть ограничения по сроку изготовления документов, да, для тех, кого нужно освещение, кто уже знает, что это такое, да, это вот эти страны. И для тех, кому нужно дозволение, все-таки процесс вступления в бизнес-инкубатор будет чуточку дольше. Здесь описаны преимущества бизнес-инкубатора. Вот скажите, пожалуйста, те, кто здесь присутствует, знают, что такое бизнес-инкубатор? Нужно подробно разъяснять или пробежаться быстренько? Знаем. Все знают. Да, ну тогда здесь вот как бы один из легальных способов ведения бизнеса, деятельность, отсутствие дополнительной документации, возможность развивать свой бизнес-идею на платежеспособном рынке мест, быстрая и легкая возможность иммигрировать и получить вид на жительство. Что касается нашей компании, то мы занимаемся миграционным консалтингом по всему миру, не только на территории Польши. Польша – это только одно из направлений. Также мы работаем по всей Европе, работаем по США, по Америке, по США, по Канаде, по Мексике, там, Новой Зеландии, Австралии и другие страны. Мы содействуем в получении вида на жительство, виз, покупки недвижимости, инвестиций, обучение, гражданство и так далее. Да? То есть Польша и бизнес-инкубатор – это, вот, как я уже сказала, такой маленький кусочек нашей деятельности. Раньше мы занимались тем, что мы помогали подбирать бизнес-инкубатор нашим клиентам, да, то есть мы по всей Польше сотрудничали с разными бизнес-инкубаторами, исходя из потребностей клиента, мы подбирали, какой формат подойдет нашему клиенту. Сейчас мы дошли до того, чтобы открывать свой бизнес-инкубатор, и поэтому, конечно, мы предлагаем выбор, помимо нашего, еще и другие, и поэтому можем провести полный анализ. Все, что касается юридического сопровождения, это тоже мы, в принципе, уже все рассказали, идем тогда далее. С налогами помогаете?
Что именно? Ну, вообще, как бы, если вы участник бизнес-инкубатора, то как бы здесь уже предусмотрено бухгалтерское сопровождение вашей деятельности. А если вам нужны персональные отдельные налоговые консультации, то тоже у нас есть специалисты, и, конечно, можно обратиться. Как правило, это в режиме онлайн. У нас есть офис, в него можно прийти, да, но на самом деле всегда мы выбираем формат онлайн, потому что это экономия нашего и вашего времени, и это все намного удобнее, можно еще потом записать эту консультацию, ее пересмотреть, если там кто-то что-то не понял. Ну вот, например, ты говорила про то, что вы помогаете по всему миру. Если Европа, вот то, что ты сказала, это больше Греция, а если это какая-то другая страна? Нет, мы работаем по всему миру, вот я сделала все, что там у нас именно филиалы наши находятся, а так мы работаем удаленно вообще по всему миру. Как это работает, да, то есть это сфера миграционного консалтинга, да, то есть у нас партнеры более чем в 80 странах, то есть опять же это тоже как бы нетворкинг своеобразный, у нас налажены определенные связи с этими партнерами, у нас установлены максимально выгодные услуги и суммы на эти услуги, цены, да, и соответственно таким образом мы коммуницируем на договорах, да, с этими партнерами. То есть теоретически вы можете помочь, например, если у меня мое дело, оно в Польше, и я переезжаю в какую-то другую страну в Европе, именно сам процесс вот перенесения. Конечно, то есть абсолютно юридические вопросы в любой точке мира мы помогаем решать. Канада присутствует? Конечно, да, Канада тоже. Да, сейчас мы очень активно помогаем гражданам Украины получать гуманитарные визы для въезда. Вот поэтому, да, кому это нужно, тоже занимаемся. Завершение прекрасного вечера, фотосессия.